Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. У меня новый хобби-влог. Я в Ашане. Смотрите, какие тетрадки. Это набор, там 4 штуки. Они прям такие выпуклые. Изображения. Класс вообще, красота. Если бы они мне были нужны, я бы, конечно, их приобрела, потому что очень красиво. Посмотрите, какая красотища. Так, ну и вот большая книга волшебных раскрасок. У многих она есть, я все думала, нужно, не нужно, попалась на глаза в Ашане. Но вы знаете, далеко не все иллюстрации мне нравятся, так что она хорошо, что у меня ее нет. Сегодня я буду раскрашивать каваи. Я такую же раскраску подарила Оксане. И теперь мы будем раскрашивать вместе. Я выбрала... Так, сейчас покажу, что я выбрала. А выбрала я вот эту иллюстрацию. Ну, я как бы предложила выбрать Оксане, но она говорит, что у тебя хоть что-то раскрашено, у меня нет, поэтому выбирай. Вот. Ну, я решила, что раскрашу-ка я, ну, вместе раскрасим вот это. Так что сейчас возьму карандаши и приступим. Прошу прощения. У меня тут такой еще момент, что у меня держатель для штатива там сломался. Ну, вот для смартфона в смысле. У меня есть запасной, но я, честно говоря, надо его найти. Он где-то лежит. Может быть, даже в ближайшем доступе. Поэтому я решила снять со второго, ну, снимаю со второго штатива, который держит кольцевую лампу. Там тоже держатель, он не совсем удобный, поэтому и ракурс вот такой. Хотя, в принципе, может быть, даже вам, как зрителю, будет смотреть-то гораздо удобнее, я не знаю, посмотрим. Мне просто приходится садиться прям вот совсем с края, обычно я где-то вот здесь вот сижу. Ну, стол у меня как бы длинный, и мне удобно тянуться во все стороны. Зачем-нибудь. Так, ну что, ладно? Вроде бы все в кадре видно. Приступим. Как всегда, где можно мэджиками помалевать? Я в первых рядах. Может быть, меня это и привлекло при выборе иллюстрации. Не, ну мне еще здесь понравилось, просто, знаете, все иллюстрации хорошие, но здесь вроде как и фона умеренное количество, и всего остального как-то такой баланс. Честно скажу, я в этом месяце очень мало раскрашиваю, но... Да, вообще как-то полностью жизнь, образ жизни, все это вот как-то поменялось. Оно еще приходится, ну, как бы и вяжу, мне это нравится, просто я к тому, что, собственно говоря, и вязать-то не получается в полной мере. Как-то непонятно все. Ладно, это возьму себя в руки, все будет хорошо. Видео в любом случае каждый день выходит. Так что наладится. Ну, единственное, да, я чередую. Но я раскрашиваю все-таки меньше, чем всегда. Поэтому вот. Посмотрим, какие будут результаты. Сегодня я тоже вот как бы планирую. Знаете, да, самое удивительное, что я даже по дому мало чего делаю. И при этом так странно, я постоянно что-то делаю. И для канала, и для дома. А сделанного? Сделанного не видно. Это просто фантастика. Просто реально фантастика.
Ну вот сегодня я планирую убираться дома, потому что это много приготовить еды всякой разной. Ну, имеется в виду, хочу там отварить гречку, там еще пюре сделать на несколько дней. В общем, как-то так. Погода сейчас, конечно, хорошая, уже прям теплая-теплая. Наверное, нужно постирать, может быть, куртку, повесить, достать другую. Потому что вчера я уже, например, ходила в магазин, я поняла, что мне жарко в зимней куртке. Не, ну у меня это не самая теплая, кстати, зимняя куртка, хотя я в ней проходила всю зиму, но у меня есть, ну, на более холодную погоду, совсем там теплая. Ну вот в своей основной, вот в этой черной. Так, здесь у нас тоже предполагается деревянная поверхность. Лифт по-прежнему делают. Ходим пешком, уже привыкли. Вот. Ну, по идее, еще больше месяца. Не, ну, делают они даже по воскресеньям, да, сейчас. Так что, может быть, и пораньше. Хотелось бы верить. Потому что уже двери везде на каждом этаже сделали. Кнопки. Сейчас там шумят. Ну, как бы мне в целом несложно подниматься, спускаться. Просто на это время тратится. А, например, учитывая, что все равно сейчас не то время года, когда, знаете, джинсы, футболка, то получается, тратишь много времени на одежду. Одеться, раздеться, подняться, там, спуститься. В общем, да. Ерунда, конечно, но вот, знаете, а время это важно. Так, ну что, дальше можно здесь блендером пройтись. Насчет кожи я пока еще не знаю. Есть у меня некоторые идеи, но, может быть, я ограничусь просто маркерами. А сейчас, наверное, пораскрашиваю деревья. Деревья... Скорее всего, это будет акварель. Сейчас я только сначала достану мандевузы, наверное. Темный такой карандаш. И пройдусь. Так неудобно. Я привыкла контролировать, конечно, что на экране происходит. В итоге я начинаю смотреть на экран, он сбоку. И начинаю тупить и сбиваться с мысли. Чтобы тут вот пусть при размытии дополнительный такой эффект. А так я сейчас достану акварель в кюветках. И как раз... Все остальное раскрашу. Может быть, еще заодно и фон сделаю.
Потом у меня в планах снять еще рукодельный влог, показать всякие там подарочки, которые мне подарили. Но это еще не все, но как бы вот мне подарили пряжу. Очень такое, ну, достаточно большое количество, чему я, естественно, рада, потому что она мне сейчас нужна. Вот. Вот здесь я не понимаю. А, ну, наверное, продолжение все-таки дерева. Или же это все-таки от скамейки? Нет, наверное, это от скамейки. Ну, тогда, может быть, здесь металлик использовать. Ладно, посмотрим. Не буду торопиться, это всегда я успею. Так, у меня совушка тут без воды. Надо сейчас налить. И возьму краски. Воды я налила. Мне еще, знаете, как бы этот держатель, он закрывает дисплей. То есть я не вижу, сколько там по времени. Я достала две вот эти палитрочки такие маленькие. Ну, где как раз нужные мне цвета. Хотя, может быть, потом потребуется и большая, ну ладно. Короче, я сейчас начну с зеленой. Вот здесь еще не прорисовала, опять же, ладно. Может быть, вот это немножко, вот эта краска, может быть, чуть-чуть это. Начну вот отсюда. Так, главное вам, чтобы видно было. Но вот этот цвет, он как бы не совсем такой естественный, скажем так, как по мне. Поэтому сейчас добавлю другие оттенки. Но вот эти, конечно, мне прям зашли. Так, какую взять? Наверное, вот эту сначала. Наверное, вот это, да, прям классно подходит. В общем, они у меня теперь самые ходовые, зеленые. И вот это. Хотя, вроде, если сравнивать, ну и отличия, конечно, есть. Но вроде как близко друг к другу. Давайте-ка я возьму вот это немножко. А вот после вот этой раскраски, что мне Виолетта подарила, привет и огромное спасибо, вот, знаете, чувствуется разница вот с акварельной бумагой, как, конечно же, там все растекается. Не знаю, может быть, я даже вот эту сейчас краску не буду здесь использовать, поиспользую сразу вот эту. Пусть все так перетекает. Но это не все-таки похоже так, что можно вот эту с этой или эту с этой сочетать. Вот это более такая темненькая. Ну, я даже рада, потому что цвета хорошие, значит, считайте, пусть разная марка, но есть некоторый запас. Ну, всегда, знаете, выбираешь-то то, что нравится, поэтому бывают схожие цвета. Да, хорошее сочетание. Вот это главное размыть. Кстати, вот здесь что-то плоховато они как-то размываются. Не совсем. Не совсем хорошо.
Ну и давайте зелененького по контуру еще добавим. Вот. Так, я надеюсь, я никак там в кадр не влезу. Не, ну оно ничего страшного, просто у нас видео не лайф-влог, а хобби-влог. Поэтому раскраска главный действующий предмет. Не знаю, я выспалась, все вроде хорошо, но у меня чувство, что меня просто пыльным мешком по голове мне долбанули. Мысли куда-то улетучиваются. Да и все такое. Я вчера уже во второй половине дня там начала, ну, с ковра шерсть собрала, потому что ушастик линяет, там еще что-то. С его подстилки собрала шерсть и скатала его подстилку, потому что думаю, иначе он сейчас ляжет, мне завтра опять нужно, ну, то есть уже сегодня все делать. Я просто собираюсь ее все же постирать. Пришло время. Вот. И сегодня смотрю, утром стал копошиться. Он копошится, смотрю, что он делает. А он стал раскатывать сам этот матрас и на него ложится. Ну, я, конечно, встала, забрала он. Но вообще молодец, умный пес. Не, я всегда знала, что он у меня очень умный. То есть он решил, что, возможно, я забыла, нерадивая хозяйка, и решил сам о себе позаботиться. А сейчас лежит грустный, как-то так, он такой умненький, а я отняла у него его же подстилку. Не, ну, мне неохота просто, знаете, по второму разу сейчас все это чистить, хотя придется, потому что все равно полежала, а он прям сильно-сильно сейчас линяет. Я его вычесываю каждый день. Я вчера и фаберликовской губкой прошлась, а потом уже в финале роллером этим, ну, липким таким для очистки. Тоже удобная штука, уже, но думаю, что сейчас нужно, у меня роллер, кстати, закончился, потому что я, когда он мне потребовался, я его в Ашане купила, а там он стоит 9 рублей и там 8 листов. Я обычно-то фикс прайс беру, все эти сменные блоки. Но просто взяла то, что я еще посмотрела, думаю, может быть, там побольше листов есть. Но, по крайней мере, не было. Либо на тот момент, либо вообще. Сейчас, конечно, люди с ума сходят. Дичь какая-то творится. Так, ну, в общем-то, как-то так получается в плане деревьев. Так, ну, тогда, наверное, надо пройтись по деревьям. С одной стороны, мне, конечно, не хватает будет одного цвета. Наверное, все-таки сейчас... А может быть и нет, зачем? Можно обойтись. Вот есть у меня подходящие вот эти цвета, если что, возьму еще этот, и будет нормально. Хотя, в принципе, здесь предполагается вроде как дневное, ну, день, да. Хотя почему, может быть, и вечер. Без разницы. Абсолютно без разницы. Давайте-ка я вот этот цвет сюда немножко нанесу. Вот. Как самый светлый. Это, конечно, не совсем то, что надо, но может подойти. И вот этот. Ой, да он тоже, собственно, смотрите-ка, так потемнее. Вот. Вот так. Сейчас еще
Вот здесь пройдусь. Вот зачем я на таком расстоянии что-то сделала, совершенно непонятно. Может быть, даже добавлю такого. А что, очень даже неплохо, не лишним будет. Сейчас будут тут такие подтеки, и прекрасно. Вот. А где-то темного добавлю. Да не, нормально. Волосы еще не лишила. Будут ли они, как всегда, рыжие? Или же они будут какими-нибудь, не знаю, необычного какого-нибудь цвета? Вполне вероятно. Попробую. В общем, сегодня у меня такой съемочный день, когда я несколько видео сниму. Вот. И можно будет несколько дней заниматься домашними делами, еще чем-то, что-то доделывать в плане творчества. Ну и, конечно, снимать. Например, лайфлог все равно снимается фрагментами. Мне кажется, лайф-влог можно снимать и каждый день. Вот. Но не всегда это выходит. Опять же, потому что, вот знаете, еще, наверное, почему такие непонятки. То есть я-то готова снимать, как знаете, я никуда не ухожу, хотя многие побежали и так и не вернулись. Я никуда не ухожу, просто потихоньку приходится все-таки перекачивать видео и на дзен, и на съемный диск. Хотя я вообще все больше убеждаюсь, что дзен — это такое себе. Причем с каждым днем все больше и больше понимаю, что, ну, там явно не моя площадка. Нет, вернее, как, там все идет нормально. Я, ну, просто. Но еще же нужно теперь на все на съемный диск, потому что, ну, и я-то понимаю умом, что YouTube от нас никуда не денется, но все-таки, знаете, стрёмно и жалко, если что-то случится с видео, потому что, ну, 2 с лишним тысячи видео на канале — это огромный труд за много лет. И как бы мне не хочется, да, чтобы что-то произошло. При этом я ж не могу целый день, да, сидеть, что-то вот это перекачивать. И я не могу, например, там, бывает даже вот вчера у меня, я ничего не делала в плане скачивания видео, потому что, ну, некогда, какие-то, ну, дел достаточно много по дому, там еще какие-то моменты, вот. Вот на это, на все и уходит время. То есть то, что можно было реально с пользой, при этом выхлоп от этого нет. Он выхлоп есть, такой на будущее, но все равно вот ощущение топтания какого-то. Хотя это неправильно. Я сама-то вижу, что движение есть и довольно неплохое. Так, видно все. Ну, вот я уже, видите, там, где должен быть металлик, я уже прошла. А с другой стороны, почему не закрасить? Можно вот сюда добавить серебряные краски. И, например, здесь же трава, допустим, скамейка, она же может быть не новая, правильно? Вот. И, соответственно, короче, она может быть разных цветов. Да и по факту не так сильно они, не так сразу эти ножки бросаются в глаза. Их можно закрасить и не акцентировать на них
внимание. Тем более, опять, вот здесь их в принципе не видно. Поэтому давайте даже сделаем так, что их как бы нет. Для кого принципиально? Ну, додумает для себя, куда они там делись. В землю вросли. Так, ну что, вот, в общем-то, довольно легко пошла раскраска. И, по сути дела, основное раскрашено. И так легко, непринужденно, быстро. Что тут? Ну вот, вот здесь доделать. Так, это я что-то боюсь слишком. Сейчас мы отсюда вот сюда краску. А не хватает. По контуру вот здесь доделать. Ну, теперь саму девочку нужно красить. Я вот думаю, сделать ей какие-нибудь розовые волосы. О, а вот здесь вот еще требуется мэджик. Вот тут, ой, как бы мне все не попачкать. Здесь же мэджик должен быть, насколько я понимаю. Вот. Я решила все-таки делать волосы, раскрашивать всякими красными даже оттенками. Хотя, может быть, я сейчас еще добавлю сюда розовые. Не исключаю такой момент. То есть здесь будет, допустим, красноватый, потом розовый. Вполне вероятно. И прохожусь еще белым карандашом Color Soft Derwent 720, который белый. Ну, в общем, как-то так. Интересно, здесь-то что предполагается? Ну, ладно, будем считать волосы. Ну, вот, как-то так получается. Может, я сейчас еще посмотрю где-то. Что-то доделаю, доработаю. Но я уже прошлась и белым карандашом. Ну, в целом. Никогда просто волосы, по-моему, не делала такого цвета. А может, и делала, кстати, здесь-то что? А, ну здесь рыжие, здесь тоже рыжие. Здесь вообще. Ну, пусть будет такой цвет. Для разнообразия. Вполне неплохо. Ну, теперь приступлю уже к раскрашиванию одежды, ну и, соответственно, кожи, что я не люблю делать. А это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Инстаграм 3 семерки рыжие 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. Будьте всегда людьми. До скорой встречи. Пока-пока.